Кто такая Пи из лор-алфавита? 16-я буква алфавита, и она использовалась только в слове «мэп». Похоже, у нее было какое-то влечение к Джи, поскольку она постоянно целовала его после того, как Эф подбежала к ним и выкрикнула драгоценный камень, Пи получила его. В своем эпизоде Пи представляет себя. И до того, как она сделает Sailor Moon трансформацию, Пи смотрит на Джи, заставляя его краснеть. При этом Пи тоже краснеет. В эпизоде R после того, как L и O улетают из-за того, что N теряет свой драгоценный камень, Пи помогает ему подняться и трансформируется обратно. Она нажимает Cap и создает Map, чтобы помочь буквам отследить F. В эпизоде Т они достигают F, но F замораживает G, используя драгоценный камень L, который он украл. B, U, N прячется за G, в то время как M, A и P деформируются, решив победить F. M безуспешно атакует, а F использует драгоценный камень O, чтобы соединить M и A с застрявшим T. Пи затем делает Sailor Moon трансформацию, затем она успешно обходит F, затем F пытается использовать драгоценный камень M, чтобы замедлить Пи, но она толкает его. К сожалению, когда она пытается зарядить лазерный луч, F использует драгоценный камень M и замедляет ее. После того, как F убивает C и делает B неподвижным, F кусает Пи, отрывая ей голову и улетает с ней, освобождая каждую букву. Далее Ви замечает Пи, собирающуюся напасть на него, что пугает его. Однако Ган неосознанно стреляет в Пи, когда она приближается к В. Пи в конце концов умирает.